Широкая Волга, чувашская музыка и зажигательные танцы. В минувшие выходные в Чебоксарах стартовал новый танцевальный проект «Адалташи». Самая долгожданная вечеринка этого лета состоялась на теплоходе. Возможность отдохнуть и потанцевать на свежем воздухе жителям республики подарила Национальное радио Чувашии. На первую дискотеку от Национального радио собралось почти 200 человек. С первых же минут стало ясно – скучно не будет. Ведущие вечера Ксения Алексина и Дмитрий Митяев шутили, смеялись, танцевали и пели вместе с гостями. А самые активные участвовали в конкурсах и получали призы. На танцполе вместе со всеми зажигали звезды чувашской эстрады. Типшим Сашук, Диана, Алиса Чайникова. За вечеринкой могли наблюдать и слушатели Национального радио. Прямо с теплохода Дима Митяев вышел в прямой эфир. Тем, кто в этот раз не смог попасть на Адалташи, не стоит расстраиваться. Следующая вечеринка не за горами. Встречаемся в ближайшее воскресенье в Причном порту в 19:00. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.